Приветствую вас на первом стриме с игры версии 8.6. Я только что зашел. Увидите, мне начислили 2 229 600 серебра. Это деньги за продажу снарядов премиумных. То есть всех премиумных снарядов, которые у меня были на всей технике. И, соответственно, теперь эти же снаряды идут по новой цене. Как видите, цену на голду для перша подняли с 2800 до 4400. И пулять теперь голдой, конечно же, менее выгодно. Поэтому, например, я поставлю только 10 единиц голды. А остальное все докачаю за счет ББшек. Приятные новости изменений 8.6. Это то, что разработчики объявили акцию. И до выхода патча 8.7 голдовые расходники будут стоить в 2 раза дешевле. То есть, видите, десятку они стоят. Если такая супер акция будет идти, примерно месяц или даже больше. Итак, я сократил стоимость число голды на своем першинге, который я купил вчера вечером. Кстати, вы это видели в стриме, если у вас, конечно, был подключен наш экранчик. И давайте посмотрим первый бой на супер першинге. Никакие моды не работают, ничего не работает. То есть вообще ничего не работает. Голый клиент. Ни мода на определение оружия, ничего нет. Пост-эффект нету, записывать бои есть, серный прицел есть, маркеры есть. Давайте посмотрим, что у нас по маркерам. По маркерам у нас все есть, все красиво. Как-то вот так будем играть, короче. Очень непривычно играть без модов. Но посмотрим, что я смогу сделать в игре версии 8.6 на першинге, купленном совсем недавно. То есть с момента покупки першинга прошло часов 15. Вот, я все-таки успел его купить до выхода обновления. Ну и, кстати, успел купить два супер подбоя на танки Лев и Е100. Тоже, кстати говоря, интересно. Давайте попробуем, что мы можем сделать. Например, у нас, кстати, же великолепный обзор, поэтому попробуем в кишку. Снижена. Есть. Готов. Попадание.
одолел. Танк уничтожен. Сейчас мы будем биться на Т-29 и посмотрим, что у нас получится. Бой 8 уровня, стандартный бой. Арты немного, всего 2 арты. Вот, это говорит о том, что мы можем попробовать немножко потанковать. Как видите, карта мураваночка у нас преобразована под новое освещение и стала выглядеть посимпатичнее. Я бы даже сказал, немного брутально стало выглядеть. Итак, последние секунды отдыха перед боем. И сейчас мы будем смотреть, как новая точность уже на основе себя ведет. Ну, как видите, кто-то уже ноет в чате. Как всегда, кто-то чем-то недоволен. То есть, что бы кто бы ни делал, всегда найдутся недовольные. И только те, кто ничего не делают, они не встречают недовольства. Но обычно ноют те, кто сам ничего делать не умеет. Вот, ну зато любят покритиковать, чтобы не ощущать свою ущербность. И так практически везде. Поэтому так много негативных комментариев бывает у любого человека, который хочет что-то делать. Неважно, будь то эстрадная звезда, будь то вододел какой-нибудь, будь то разработчик игры, в которую играют люди, которые ей недовольны и так далее. То есть, как бы вечное недовольство, да, оно такое. Кстати, у нас оказывается 3 артиллерии у врага, это уже не так приятно. Ну вот как-то так вот, жахнул по 122-44, сам я ушел вон. Кустик спрятался. Будем надеяться, что это мне как-то поможет. Черт. А вот и квас. Ну что, точность новая мне нравится. Очень приятная точность. То есть Т-29 стал имбой плюс. Не зря мы его вот делали еще по тестовому серверу. Т-29 действительно стал еще приятнее. Еще нагибучее. И вполне себе может претендовать на роль танка, который будет повышать ваш КПД путем нанесения большого дамага. Промазал. Ну тут, наверное, моя вина целиком. Ну где там? Опачки. Ну вот было без сведения, поэтому промазал. Сейчас я подожду сведения кого-то, чтобы кому-нибудь плюху допрописать. Кстати, версия 8.6 у нас еще новый звуковой движок. Да что ж такое-то? В общем, как-то куча промахов только что было. Так что так. То есть пушка стала лучше, но, как видите, все равно какие-то есть минусы. Ай-яй-яй, ну как так можно? Блин. 59-ки. В общем, сейчас это будет победа 100%. Почти
под ноль разобрали врагов. Немножко подергивается игра, не знаю, может это лаги сервера или еще что. Ну, как-то так. Сейчас нам, конечно, пушка радует, но вот на перепаде высот, значит, себя плохо показала. Врага еще достаточно опасной техники. Поэтому лезть вперед, честно говоря, не хочется. Если по мне начнет работать артиллерия, то долго я не проживу. Итак, вот я уже в засвете. Да, мешать. Ну, теперь у меня корпус должен скрыться. Я не понимаю, почему по мне отстреливается, когда там есть недобитый из... Вот и он. Вот и наше днище. Так меня убьют ведь. Ну вот все-таки меня убили. В общем, игра, да, такая... Как будто в совершенно другую игру играешь. Ладно, давайте итоги потом посмотрим. Ну, тут еще минут две стоит смотреть. И заново скатаем на суперпершинге. Приятная сумма на счету в 14 миллионов. Это, конечно, действительно приятно. Как видите, народу пока на серверах немного. Там пара тысяч человек всего. То есть патч еще не все поставили. И поэтому, так сказать, смотрите из первых рук. Особенно если вы сейчас где-то на работе и посмотреть не можете. Бой 9 уровня, у врага 2 арты, куча девяток, аж 3 штуки. Все это говорит о том, что будем играть в Стоялово. Подгорное Стоялово будем играть. Ну и соответственно больше стараться пулять ББшками, выцеливать. Ох, самое прикольное, это что у нас одна арта, но 9 уровня. Вот, какая-то новая арта. Вот, и посмотрим, что же, кто накосит больше. 740, либо 212. Ну и в качестве бонуса еще ложка вон там стоит уровня. Ну а мы, соответственно, будем что-то, вот не знаю, что делать будем. Першинги я катаю, вот, на своем личном першинге катаю, не знаю, боев 5 откатал. Вот, экипаж здесь вообще у меня, ну, будет жуткий, там, только 100% экипаж, который на М3-ли катался. Вот, который я, в принципе, достаточно хорошим удовольствием продал. Ибо я вот не понимаю, куда они все лезут, там они сейчас под артиллерию попадут, их там тупо расчехлят всех. И ничего хорошего они в этом, конечно же, не получат. Вот, куда там уже народ стреляет, там ПС-8, еще что-то. Что здесь делать полтинник, я вообще не понимаю. Вот реально, полтинник, здесь делать нечего. Но он что-то стоит, выцеливает. Причем у него пулеметик Ш-37. То есть он здесь вообще никого не пробивает, кроме артиллерии и такого же полтинника. Но зато он с пулеметиком здесь стоит, вот на горе с тяжами. Ну это круто, конечно. Вот народ что-то там вот лезет что-то. Этих под арту вытягивают. Сейчас кто-то гребет. Блин, 34 нищие. Он ему радостно написали. Ну, короче, все они есть. Это четко под арту тянут. Это очень глупо вылезать туда. Поэтому пусть этих убивают. В общем, я так понимаю, бой мы сольем. Потому что затащить на перши
нереально. Бой 9 уровня. То есть у меня с собой просто голды не хватит. Для того, чтобы забрать там того же из 8-го. Двух штук и 54-ку. То есть все, это уже гарантированный слив. Даже думать нечего. Конечно, в этом не вина суперпершинга. А вина нищ, которые вот здесь вот радостно посливались. Такая вот печалька. Где там мои углы склонения? Ну-ка, ну-ка. Где-то. Господи, суперпершинг. Еще пуляет вообще непонятно куда. О, отлично. 586 метров попадания в борт суперпершинга ББшечкой. Это приятно. Еще попадание 588 метров ББшкой. Опа, 44 к нам лезет. 8 из 2 точнее добрали. Полтос что-то тут улетает. О, супняшка. Вот интересно, пролетит ему или не пролетит. Вообще было бы интересно. Так, нотку тоже по супу начинает стрелять. Выстрел на шару. Ну, не прошел выстрел на шару. Нет, бесполезно. По 502-му бесполезно пулять с такой дистанции. Здесь только очень сильно повезет. Ладно, я возвращаюсь под каменную Тунгуску. Потому что здесь у нас уже становится горячо. Горячо, очень горячо. Нам здесь не помешает помощь моего ствола. Отлично. Переключаюсь на подкалиберную. Ибо здесь уже что-то совсем плохо. Ой-ой-ой. Здесь уже буду пулять голдой, тут уже вообще мрак какой-то. Тут уже вообще черти что творится. Ну вот как-то так. То есть не знаю, как он там пулял голдой, не голдой, но это жуткий слив. Каникулы, что вы хотите? Играй, не играй, толку-то. Ну, давайте посмотрим подробный отчет. Кому я тут что закрутовал? Ну, гуслю, понятно. Странно. 1200 дамага набил немного, но опыта понятно. Ничего, вот С8 хорошо натолковал у врага. Ну, короче, печаль. Печаль. То есть играть на перше в одно лицо очень тяжело. Кстати, бой на Т-29 мы победили. Давайте посмотрим, что у нас там получилось. Кстати, Т-29 мы подняли доходность на 10%. Что, конечно же, приятно. Смотрите, прям, можно сказать, фарм. Попер. 1800 дамага. И чистыми 18 тысяч. Ну, неплохо для машинки 7 уровня. В принципе, неплохо. То есть ремонт плюс боекомплект. Как-то так. Давайте еще на перше скатаем маленечко. Возможно, надо сервер поменять. Иногда это помогает. Что-то как-то больно люто сейчас в девятку бросает постоянно. Это даже в топите. Плюс море арт. В общем, понятно. Наверное, сейчас, когда только патч вышел, наверное, не лучшее время для суперпершего. Ну, все равно его можно продать будет за те же деньги, что и купил. То есть за 7200 голды. И продать можно будет.
Две арты у нас, у врага три арты. В общем, как-то так. Кстати говоря, вот те, кто не успел докачать арту, особенно если вы там были в середине прокачки, то, например, в американской арте там 3-4 уровня вообще произошла замена местами. И там, соответственно, вообще не надо было ничего выкачивать. Потому что, ну, либо сильно выкачивать вперед до конца, либо не выкачивать вообще. Может, сейчас прокачка изменилась. И то же самое у немцев. То есть, если раньше переход с Хуммеля на Геве был 100 тысяч опыта, то сейчас он 60 тысяч опыта. У меня на Хуммеле там 38 тысяч опыта набито. Вот, Хуммеля двинули вверх, Геви следующего тоже двинули вверх на один уровень. И в итоге, получается, даже меньше катать надо. При том, что теперь арта будет еще из-за дамага в два раза больше опыта получать. То есть, в принципе, да, ну растянули ветку, зато качать надо меньше до следующей арты. Вот, и в моем случае, например, совершенно бессмысленным было, например, тратить свободный опыт, чтобы успеть прокачать гиви до выхода патча. Вот. То есть это, в принципе, приятно. Тот же левша у меня есть, которого теперь на 5 уровень бросило. Думаю, мне этого более или менее хватит из артиллерии. Так, ну, в общем, понятно. В общем, череда сливов будет. О, еще и лаги, замечательно. То есть я сейчас в стену воткнусь, хорошо. Если в стену воткнусь. В общем, жуткие лаги.